целиковствующие служат Тебе, Владычице, и почитающие Тебя на руку Твоею, носившую Творца видимые и невидимые твари, икону Твою с места на место приносят. Мы же земнородние, девящиеся чудному явлению иконы Твоя, ангелы носимые, вопием тисице. Возвязанию храмов святых возбуждаше, да
Да славится имя Владычицы во славу Трипостасного Бога, Ему же вопие. Аллилуйя!
несущих во тьме невежествия, светом боговедения озаряющих, скорбящих радостью осевая, заблуждающих же на путь делания заповедей Сына Твоего и Бога наставляя, Ему же благодарственне вопием. Аллилуйя! Предстоя беседа, ваше дивный святитель, позна через благоухание благодати тебя, Богородицу, чувственный зрак приимшую, и святителя Николая, предстоящий тебе, и возописа трепету.
преподобным мартирию Кириллу в уединении подвязатися, и труды и подвиги иноческими Богу угождати, путь вместо вожделеваемого подвига в столпе огненнем и гласе указала иси. Они же, познавши тя, яко Дигитрию благую, с путешествующую им, возопиша Богу, аллилуйя. Чащие исцеление всем, притекающим с верою, слепи, бо прозирают, ними, благоглаголие бывают, глусие слышат, расслабленнее восстают, различными недуги одержими и здрави бывают, бесноватие от уз демонских освобождается. Тем же славище тя вопие.
всякого естества ангельского чистейшей сущей владычице обитель, ради пришествия Твоей иконы созданную, от нечистоты греховной близ погибели бывшую, но покаянием очистившуюся, яко общая молебница роде христианском, избавилась и от врагов, по подобию нечистых животных, под копатию трудившихся, тем же вопием Богу. Аллилуйя! Чудес Твоих, Владычице, и тайны Твоего строения спасения человеку, ова во благости, ова же посещением наказаний руководишь людей на путь спасения, за ней необоримую обитель, сохранивший от врагов видимых, огненным очищением благоволила Иси, очистите от уязвлений врага невидимого, вразумляя, яко чистота воздержания и молитвы сердечные угодные тебе паче хвалы единых точиус, тем же вопием ти. Твоей, с верой и любовью припадающим и
вопиющим Тебе. Богоматерь, в иконе Твоей, да верующий в разумление.
Отца, труждающиеся и скорбящие обретают готовое прибежище и заступление, и, прославляя Бога, даровавшего таковая, вопиют Ему «Аллилуйя». Сына Твоего и Бога нашего,
будет заступница и ходатайца, избавляя нас от вечного осуждения, до спасения Тобою, с лики ангельскими и вопием Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Почитающий тебя на руку твоею, носившую Творца видимые и невидимые твари, икону твою с места на место приносят. Мы же земнородние, дивящиеся чудному явлению иконы твоя, ангелы носимые, вопием тисице. Радуйся, Богородице, 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 радуйся, Бог
же к престолу Бога Сына Твоего, да милости будет неправдам нашим, и пробавит благость Свою чтущимся честное имя Твое, и с верой и любовью поклоняющимся чудотворному образу Твоему, не своего достойнее от Него помилований быть, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть, всего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней скорой заступнице нашей. Услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и спроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим ревности бдение о душах, градоправителем мудрости силу, судьям правду и лицеприятие, наставником разум и смиренно мудрее, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидевым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощные люди Твоя, рассеянные сми, заблудшие на путь правый настави, старость поддержи, юные уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас презрением милостивого Твоего заступления. Воздвигни нас из глубины греховные, и просвети сердечные очи наши к зрению спасения. Милостиво нам буди здесь и тамо, в стране земного пришествия и на страшном суде Сына Твоего, приставшиеся же в вере и покаянии от жития сего, отцы и братью нашу, в вечной жизни, с ангелами и со всеми святыми жить и сотвори. Ты бы исти, Госпоже, слава небесной, и упование земны, Ты по Бозе наша надежда и заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе оба молимся, и Тебе, яко всемогущей помощнице, сами себе и друг друга, и весь живот наш предаем.